очень сильный, очень красивый. Симпатично, красиво. Внешний вид машины изменился. Она просто притягивает к себе внимание, как новый автомобиль. Нравится очень диски, нравится именно линии, сама оптика. По оптике понятно, что она так называемая линзованная, да, скорее всего, там, ну, свет достаточно новый. Колеса и фары – это бомба. Корпоративный стиль остался тот же, да, то есть решетка радиатора, вот эта губа. Задняя часть, передняя часть, конечно, фары, да, оптика изменилась достаточно значительно. Задние, передние двери, подштамповки изменились, передняя часть, крылья, капот. Высокий клиренс, то есть машина, в принципе, проходимая достаточно. Натуральные материалы вызывают приятные тактильные ощущения, и, в принципе, все делается на уровне. Приборная панель стала более закрытой. Не так будет отсвечивать на солнце. Внутри очень комфортная. Бортовой компьютер, он как бы встроен в панель. Здесь он очень компактно смотрится и как бы вписывается. Все находится под рукой, очень удобно. Используется мягкий пластик везде в салоне практически, что создает более премиальность такую автомобилю. Автомобили подкупают своим инновационным дизайном и технической начинкой. Удобно, комфортно, качественно. Даже не бы приобрел бы данный автомобиль. Двигаются Киев в правильном направлении. Новый Sportage, я бы ничего не добавляла. Мне очень все нравится, он просто бомбический.